Эй, эй, хм, я в моменте, и пролетел который день я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы раскрасим серый Питер, подарим ему улыбки. Я в моменте, извините, не пишите, не звоните, нет. Каким бы трудным ни был путь, иду, куда глаза глядят и куда ноги ведут. Эй! Итак, ребята, нас давно не было. Зум на глазки сделаешь, я накрасила. Да, хорошо, сделаю. Здороваться просто уже не котируется, правильно? Блин, жалко, я не могу с парашюта, знаешь, спуститься и поздороваться. Это как Дима Билан, когда у нас Евровидение проходило, он же когда спускался, он зацепился там за все эти тросы, хуется, блядь. И мы все такие смотрим, брат, какой ты несчастный. Это вот именно ты так будешь спускаться. Да. Если я так сделать не могу, придется ртом здороваться. Большие яйца всегда слаще. Большие яйца всегда слаще. Всегда слаще. А я тут читаю Ветхий Завет. Так, мы начинаем видеоролик. Всем сосать. Большие яйца всегда слаще, как говорили великие коммунисты. Так Ленин говорил, по-моему. Сука, ты чё, дебил, блядь? Короче, давай так порешаем, это не подкаст. Потому что подкасты сейчас есть у каждой дворовой собаки. Мы особенные девочки, мы снежинки. Я в детстве была снежинкой, и я единственное уронила палочку. Какую палочку, блядь? Волшебную. Ты что думаешь? У вас были волшебные палочки? Да. Ебанись, а я белка была, блин. Предлагаю сегодня обсудить телевидение... Нет. Сериалы. Чего же ты вдруг решила эту тему? Даже не знаю, но... Мне кажется, что наш сегодняшний... Гость. Дина Винчестер. Заходи. Прикинь. А что, подожди. Приглашаем? Ты да, я позвала уже. Все, пускай заходит. Слышишь ты? Скажите, Дин, ну, по батюшке вас как-то, Винчестерович, а как вам вообще живется-то в мире таком? Как вы 15 сезонов продержались и умерли от гвоздя в спине? Уважаемый, скажите, пожалуйста. Ой, а я Дин? Нет, Вика, ты не Дин. Я считаю, что забытые сериалы, которые были популярны в далеком 2012-м, заслуживают внимания, чтобы сейчас быть популярными снова. Но это спорное утверждение, если честно. А чё, прикинь, на всех каналах НТВ, Россия 1, первый канал. На НТВ. Короче, история такая, хоть у нас совершенно не запланированный разговор об этом, но типа, я пересмотрела все 15 сезонов сверх, нахуй, естественно. Какое хорошее было время. Мы будем ностальгировать? Мы будем. Помните вот такой сериал? А, естественно, там были братья, и они ездили на машине. И потом случился апокалипсис, точнее не случился, потому что братья его остановили. Я помню, у Сындука было это... Просто мы можем, типа, ностальгировать, да, вспоминать все, что было нам дорого, грубо говоря. Да, например, Ветхий Завет. Be not afraid. Мы тоже ветхие с тобой, Викуш. Да, сегодня будет выпуск ностальгии для самых взросленьких. Кот от 5 лет запрещен. Что, блять? Наш клуб, у него есть... Правила, как у любого уважающего себя клуба. Правило первое. Не осуждать друг друга за просмотренные сериалы, когда тебе было 14 лет. Правило второе. Принять тот факт, что Шерлок BBC ебаное говнище. Правило третье. Пересматривать. И еще раз пересматривать. Ты не должен смотреть ничего нового. Это против правил нашего клуба. Правда, мне кажется, в ячейке... Одного из номерантов. Точнее. Номерантов? Я буду сидеть одна в ячейке. Знаешь, в какой ячейке? Номерант?
Нет, Питер Пен аниме на Джетиксе. По-моему, никто, кроме меня, не смотрел это. Вот для тебя должна быть рубрика, знаешь, как будет называться? Чувак. Никто, блядь, из нас не знал. Даш, а как можно войти в наш клуб? У нас же должен быть какой-то тайный... Войти никак, нас только двое сосать. А правила только для нас, потому что мы чушки. Давай, Даша, я спрошу. А? Ты... шиперила? О, боже. Что-то запрещенное. Признайся, что ты шиперила? Расскажи. Вот тихо. Расскажи о своих шиперских. Ты закончила? Да, расскажи свои любимые пейринги прошлого. Давай, пары свои. 5 главных. О, 5! Are you fucking kidding me? Ну, предположим, есть какой-то ангел, и был один такой паренек. У них что-то такое... Вот это было. И, ну, я тогда посмотрела своим маленьким мозгом и подумала, бля, такая любовь у них. О, cheers. Но мы забудем об этом и вспомним, что реально все в детстве шиперили Артура Пендрагона. Пендрагон. Он реально звучит как китанал. Корзину фрукты собрала, крем китанал скорее взяла. Мерлин. Помните он такой сериал? Мерлин, потому что он англичанин. Потом реально массовый бум, который произвел на меня впечатление, это был реально Шерлок и Джон. У меня серьезно было метение. Либо Шерлок Джон, либо Мориарти Шерлок. У меня было... Даш, это была такая волна, которую реально не забыть. Everywhere. Just everywhere. Really. Просто на пересмотр третий, я поняла, что я тот самый человек, которому нравится просто Молли и Мэри. Потому что эти два дурака меня заебали, реально. Ебанись, я такой умный, мои чертоги. Другой просто мразь, Джон просто мразь. Но он эгоистичный довольно-таки. У тебя, кстати, нету такого, что вот ты любишь какую-то вещь по воспоминаниям, да? Но ты боишься ее пересматривать, потому что ты в ней разочаруешься. У меня так с Тик-героем. Вот Тик-героя смотрела? Нет, говно ебаное. Натыкалась пару раз, просто это блевота. У меня есть обратная хуйня с моим любимым фильмом 2012. Апокалипсис. Так грустно, я заснула в нем 2 раза. Нет. Ты заснула, когда мы смотрели «Войну миров Z». А, блядь. Точно. 2012 — это мой самый любимый плохой фильм, короче. Мы купили... Не види, как это с дисками. CDV. Ой. DVD. Да. У меня так было с Сойкой пересмешницей, я ее очень сильно любила, я забыла, как фильм называется, боже. Да, «Голодные игры», я его одно время реально любила, а потом я зашла на YouTube, и его все поливали говном. Я такая тоже после такая, я не люблю «Голодные игры». Для меня «Голодные игры» были очень вайбили сумерками. Я тебе говорила, единственный момент, с которого я уношусь, это эти ебаные яйца. Большие яйца всегда слаще. Да, слаще. Я не смотрела «Сумерки», но почему-то всегда придерживалась, знаешь, как раньше было популярно, ты за рэп или за рок? Или пидорок! Ты где была? Я в рок. Я тогда слушала Noize MC. Предупреждаю, уебал! Наверное, ты была за рэп больше. Кто такие СКА были? Помнишь? Что-то клетчатое. Клетчатое — это братья Винчестеры. О, MTV! Тачка на прокачку! Боже, какая шутка! А ты смотрела? Сейчас я должна это найти. Блять, а я не найду. Короче, это было шоу, где куча мужчин, одна женщина, и она их, ну как, в холостяке, типа, выгоняет, но кто-то из них гей. Гей. Кто из них гей? Кто из них гей-ковбой? Тимур Соловьев, ведущий Муз-ТВ, гей ли он? Я не знаю, ты у меня спрашиваешь. А был какой-то Тимур Родригес? Да, был такой. Сыграть натурала, по-моему! Сейчас. Сыграть в натурала. Эта милая девушка со Среднего Запада по имени Джеки оставила свой родной дом, чтобы встретиться с 14 красавцами. Она надеется найти здесь свою любовь. Но не все мужчины пришли сюда ради любви. Некоторые из них голубые. А, гей! Я натурал. Я здесь вообще единственный натурал. Это Сэм.
Я натурал. Я здесь вообще единственный натурал. Голубей его в жизни никого не видел. Я не голубой. Если Джеки влюбится в натурала, они получат на двоих $1,000,000. Но если она выберет голубого, он заберет весь миллион себе. Скутеры! Им ведь не нужна любовь. Они же голубые. Какой ужас. Вот 14 ковбоев. Каждый краше остальных. Все пришли за сердцем Джеки, не боясь друзей лихих. Их плающие седла все из одного садка. Правда, кое-кто из стада тёлки предпочтет бычка. 6 кадров, у меня был краш. А нет! Подожди. Какой-то мужик, я не помню, он такой... Он, который похож на бойцовского клуба, главный герой, блядь, этот. У него такой крысиный, знаешь, еще говор. Такой... Фанатки ЛДЖ, блядь. Нет, фанатки той собаки, которая... Это собака есть ЛДЖ, просто мало кто в курсе. Блять, знаешь что, моя сестра, вот люди, объясни, я недавно купила Пепси. Так долго начинала и закончила Пепси. Там написано, ты зумер или бумер, битва зумеров и бумеров, типа, объясни, кто мы? Мы кто? Мы миллениалы. Вот Финес и Ферб в какой категории находится? Говна, ненавижу этот мультик, блять. Я даже больше тебе... Я сейчас включу Соловьёва. Котопёс тоже говно. Просто вам всем нравится заставка. По-моему, никто даже заставки особо Котопёса не смотрел. Да что это говно? У меня было такое. На СТС ничего не идет, кроме ебаных 6 кадров весь день, по-моему. Это все мои воспоминания, что я хочу посмотреть какой-нибудь мультик, когда я со школы пришла. И весь день показывают... Пэу, пэу. Я либо включала MTV и флексила Но когда ничего из этого не было и на Муз ТВ шел какой-нибудь, блядь, концерт Кобзона, я, единственное, что мне оставалось, это включить ТНТ. И все, что там шло, это ебаный Арнольд, ебаный малыш Котопёс, сука, твари, ебаные детки. Может сложиться ощущение, что я вообще ненавидела, все не любила в детстве, но нет, это неправда. Просто все, что было на ТНТ, говно, кроме Кураж, трусливый пес. Я начала пересматривать Мерлина. Я давно не получала такой радости. Это на самом деле смешной сериал. Да, он угарный. Он угарный. Артур такой тупой. Oh, you the breakfast. И все, о чем я жалею, это то, что дракон такой уёбищный. Я считаю так, этот ёбаный дед более уёбищный, чем дракон. Он выглядит странно. Буду как Моргенштерн. Шкер. Баня девки режет бишкек. Шкер. Работай. Ой. Так нравится. У меня прям в воспоминаниях только клон. Телефон, это оттуда песня? Я просто уверена, но я не уверена. Ну, это невозможно. А я же не могу ввести. Нет результата! Так, Desert Rose, ну, может, Desert. Она женится на другом. Она его не любит. А выходит за него замуж. Давай это нашу с тобой деревенскую сейчас. Cambio dolor. Тын-тын, gala riverta. Даша играла в автоматы. Где, блядь, не лунные автоматы какие-то. Игрушки вытаскивать. А, нет, так мне детство сказали, наебало, это все, я не вытаскивала. Даже не пыталась сейчас. Не, у меня был талант. Я просто мастерски вытаскивала игрушки, у меня есть целый пакет. Сейчас, правда, так уже не получится. Там реально огромных миньонов пихает больше, чем этот хуй может ухватить вот этот вот. Маша, я сюда слышу. Wake up in the morning feeling like P. Diddy from the glass. Ой, я помню, у меня мозг сломался от клипа Call Me Maybe вообще. А я не видела этот клип. А он гей. Кто клип?
Барак. Она ему записку дает, call me maybe. Ты должна сказать Обама. Блядь. Бля. Барак. Обама. Я не дружу с тобой больше. Ты допила пиво? Я не пью пиво, я пью водку. Я помню, знаешь, какой даже клип? Какой? Твоя мать. Господи, я думала, сейчас оскорбишь мою маму. Твоя мать. О, вы все шизики. О, вы шизики, вы шизики. Отстой. Я помню, это, знаешь, диски покупала в каком-нибудь задрипанном подъезде. Ой, подвале. И там бабус. Бобрячку. Но там я купила игру «Папины дочки» и ни на минуту не пожалела. Мне так нравилось находить вещь. Все любили Почтальонкина, блядь. Полежайкина. Любимый убийца оказался жестоким актером. Жестоким актером. Ну, они же их шиперили жестко с этой Дарьей Сергеевной. Это же был какой-то прям... Помнишь, вот этот «Не родись красивой», да? Это же был жесткий шип. Ну, я не знаю, в какой ты вселенной жила, чтобы по «Не родись красивой» был жесткий шип. Павел Воля был везде. Нет, реально, яйца судьбы. Яйца судьбы. Яйца судьбы? Яйца судьбы. Яйца судьбы. Яйца судьбы. Большие всегда слаще. Я в моменте и пролетел, который день я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит.